Приветствую вас, дорогие наши зрители. Forever Skies, выживач на дирижабле от авторов Dying Light, да? Divinity Original Sin и The Medium. Молодая студия сложена в польском в... Понятно, про это все рассказывать. Корабль, спасение, апокалипсис, все дела и всякая вкусняшка. Не поддерживают в нашем регионе, но есть, сука, русский язык. Это уже гениально. Давайте начнем, давайте посмотрим. Многое слышал, я не могу даже посмотреть, сколько она стоит, как она стоит, почему она стоит. Так, автоматически определились на высокие настройки, предлагаю начать и предлагаю посмотреть. Возьму низкую сложность, потому что я уже не хочу гореть с самого начала. Если разберемся, можно будет, соответственно, потом уже перейти в другой. So Еба-ба-ба-ба-ба. Песчаная буря, лесные пожары, мародерство, тайфуны. Нам пизда. И я такой прилетаю в этот мир, такой, еееееу. Я не знаю, может быть знакомый, может быть я демку играл в свое время, но это не точно. Ну-ка. Что у нас есть? Стрелец несколько месяцев выходил на связь, потом получили это единственное гало, и опять тишина, никто не знает, что нас ждет. Ага, сомнительный вирус. Ух ты, блядь. Аж... Экстренная эвакуация. На-на, с ноги. С руки. Ля, я, может быть, даже играл в такое. Наверное. Но только в демку. Это расстраиваться же... База... Сейчас металл пер... Ля, я походу играл в эту игру. Отвечаю. Только я тестировал демку, получается. Посмотрим, насколько первый... Ну, это было очень давно. Реально прям давно. Это был какой-то фестиваль, там что-то такое. Питание. Требуется аккумулятор. Механические детали, все забираем. Всякие штуки-дрюки. Все пошло к чертям. Как сказала Мархаям, катися нахуям. Так, всякие комбезы, которые нельзя использовать. У нас же есть? А, у нас же нет... А, все понятно. Все, я точно играл в эту игру. Обозревал свое время. Солнечная дыня. Здорово. Так, акум я взял. Я могу здесь прыгнуть же, да? Здесь вроде даже махаться, биться нельзя. Если я не ошибаюсь. Я знаю, что здесь такое прям... Ты на ходу, короче, как корабль херач. Найти способ покинуть локацию. Так, мы имеем shift. Инвентарь. Ну видите, он, здесь получается, ты себя одевать не можешь. Ты просто тупо... Тупо просто строишь. Это как вот эти есть модные, типа, городостроители, хуители. Ну, вот это примерно та же система. Только в таком, в такой космической обстановке. Но в то время были баги, были недооптимизации. Сейчас я не мог ее на ультрах играть вообще. Теперь я, конечно, могу ее на ультрах посмотреть. Но в целом ни хера ничего не отличается. Вот этот корабль наш, да. Закройся. Разместить на корабле фабрика. Утоли мои печали, Натали. Фабрикатор. Вот этот фабрикатор, да? Эй, ты. Да, раньше там снаружи, короче, была такая штука. Допустим, используй стандартный фабрикатор. Полуфабрикатор, фабрикатор, фабрикатович. Создать палубный экстрактор. Чтобы его сделать, нужно преобразователь. Ты что такое? Взять пустая бутылка. Фу. Ну, это всякие исследования, приманка. Здесь больше какой-то исследовательский центр, что ли.
Механические, всякая хрень, берем аптечек миллион. Ни одной жрачки, скоро сдохнем с голоду. Отвечаю. Старая консервная банка. Давай вверх поднимемся, посмотрим. Мусорный ветер, дым из трубы, плач природы. Грязная вода, а все потому, что мы. Самолет летит и раскрасывает. Да, блядь, да хорош, что водичку наливать или пить. Так, ну там еще бумажка какая-то лежит. Оттуда я пришел. Почитал. Вот, преобразователь есть. Прекрасно. Сейчас мы запиздякнем палубные экстракторы. Оп! Кью поднять. Нет. Взять. Куда это ставить? Это надо... Типа вот сюда? Подожди, но он же как-то смотрит, не? Наверное, вот так правильно поставить. Использовать палубный экстрактор. Он расхеряет на молекулу, типа. Вау, мусор. Мусорный ветер, дым из трубы, плач природы. Развитие препятствий, блокирующее мастерскую. Это мастерская. Не, ну нормально, он металл херачит. Так, все, бросаю нахер. Собирай, собирай. Вот это тоже все, конечно, можно подразобрать потом. Два кума. Твердотельных. Взять исследовательская станция. Че, я тоже к себе пихать? Хотя, как в таком корабле у меня все влезет-то? Использовать исследовательскую станцию. Заплата. Зарплата, заплата. Пустая бутылка. Исследовать сканер. О, да. Сейчас мы исследуем. Вау, какая хрень пролетела. Стойте, ну мне надо пожрать же что-то, не? Вода. Вирус это боязнь, ёб твою мать. Старый паёк сожрать хоть. Так, создать сканер требует фабрикации. Ну и чё? Поместить приманку в ловушку для насекомых на корабле. Вставьте мембрану в водяной конденсатор. Создать сканер, блядь. Чтобы его создать, нужна синтетика. Вылечить вирус это боязник. Чем? Так, а как его вставлять? Вот, ну есть у меня, подожди. Давай мы тогда, получается, вот так сделаем. Блять, а как его использовать-то? Поместить приманку в ловушку для насекомых корабле. То есть мне нужно сделать по факту ловушку, получается. Синтетик 1. Ставьте мембрану в водяной конденсатор. Охуеть, тут процедура, конечно. Здорово. Так, синтетика появилась. Давай это все разберем. Может быть, где-нибудь да что-нибудь путь. Вирус светобоязнь. Ну не включай свет, да и ладно. Не можем прожить. Так, есть еще что? Как вот он добывает вот оттуда? Ну он разрушает, допустим. Как это действует? Так, все. Чао, бомбина, сори. Вот, я могу теперь сканер сделать.
Вот, поместите так, ставьте открытие меню исследований. Как это? Завершить строительство корабля. Где меню исследований? Следовательскую станцию. Ну. Это сюда же? Да, тут песчаная буря. А где меню исследований? Как его использовать? Мембрану водяной конденсатор, блять. На что можно наводить? Вопрос. Ну тут что-то есть же. Не, а на что тогда? Круто, чё. Вот, чё, понятно. Значит, он наводится, получается. То есть это сканер, еще и зарядка у него, ёпта. Какая штука интересная, да? Так, а чё, как? Поместить приманку в ловушку для насекомых на корабле. То есть мне нужно сделать ловушку, правильно? Уровень обезвоживания. Да вы заебали. То пить, то срать, то какать. Давай его. Механические детали. А здесь я по факту. Слушайте, ну по факту здесь же у меня нет вообще ни хрена. Так, ладно, пусть это добавляется. А чё мне, как, чё мне делать-то, ёб твою мать? Что за ебатня-то? Что за ебатня? Ебола. Может быть... Нахуй. Может он набрать чистой воды. Подожди, ну давай изучим здесь что-то, может быть. Это... Аптечка. По факту же, значит, что-то упущено, скорее всего. Но я просто не понимаю, как и куда и что вставить ее. Если он взаимодействует, он не может ее быстро, я... То есть он не может как-то это все использовать и взаимодействовать. Подожди, ну давай попробуем компьютер еще следовать, не? Ух ты, сколько... Механические штуки. Да, интересно, девки сервят по 4 штуки в ряд. Тело навигатора. Не знаю, здесь по факту, ну, блядь, ну уже все. Есть только вот этот какой-то знак прописан. Рисунки Ноя от геморроя. Ну вот еще чел. Завершить строительство корабля. Я хуй знаю, честно. В прошлый раз вроде я как-то сдвинулся с этого.
требуется бутылка. Давай изучим пустую бутылку. Как вот мне вот эту хрень раскидать? Получается, стекло. Вот это как приманка. Приманка размещена в ловушке для насекомых. Приманит обычные насекомые, обитающие пыли. Интересно. Синтетика нужна. Не, ну давайте вот это все поизучаем. А я пока эти понабираю. Всякие синтетики. Недостигаемость. А, ну у них тоже и металла падает. Есть еще что? Кого сломать? Кого? Ну, кого иди от меня? Так, допустим. Пустая бутылка. Так, и зарплата. Зарплата. Так, есть очистка воды. Опна. Классно, да? 50 металлов. Грязная вода. Требуется фабрикатор. Все, здесь же по факту вообще больше нечего изучать. 60%. Ах ты, ёб твою мать, а чё? А, ну у меня, подожди, но у меня есть же пустая приманка. Ты ёб твою мать. Мне нужна ловушка для насекомых, вот так. На корабле получается. Блять, а куда здесь вставать-то? Как лететь-то потом, если здесь такая жопа? Это надо расстраивать корабль, получается. У меня еще гребаный вирус светобоязни. Нельзя разместить внутри? Ты издеваешься, блять. Я худею. Так, вот в какую жопу я должен это вставить? И как мне потом заходить? А? Мне, мне уже страшно становится. Ну пусть будет типа вот так, я не знаю. На. Давай вот эти заберем. Так, и ты, получается. Место для рыбалки заблокировано. Чего, блядь? Что за... Ой, бля. Потому что он должен был стоять другой стороны. Как контейнер не пуст. Как мне теперь это, блядь, забрать? Объясните мне. А, потому что вот так надо сделать, да? Оп. Сейчас мы его возьмем. И получается... Он типа должен как-то вот так быть. Но он же должен в эту сторону смотреть. Он, получается, там-то блокируется. Включить привязку. Так по... А как эта привязка-то работает? Алёша, блядь. Почему он ставится внутрь? Ну давай вот так попробуем.
Место для рыбалки заблокировано, ты ебанутый, отвечаю. У меня уже терпение лопается. Кровать, механические детали. Запас калорий снижается. Да срать на ваши калории уже. Ну. Ой, бля. Я вот. Так. Нет двигателя. Хорошо. Где мне его взять? Став... Так, подожди. Вылечить вирус этой болезни. Отпустить приманку. Вставьте мембрану в водяной конденсатор. Водяной конденсатор. Интересно, девки сирот по 4 штуки в ряд. Блять, а можно я просто умру и все? Ну чё за хуйня-то такая? Почему нет какого-то, блядь, путеводителя, что ли? А вирус как был, так и остался. Неважно, сдох я или нет. Не, ну как бы немножко странно. А где вещи мои? А, они все вернулись. Не знаю. Честно, я очень как-то... Я больше просто не понимаю. Вот я не могу ничего сделать. То есть я не могу отпустить ёбаную штуку. Место для рыбалки заблокировано. Говорит. То есть мне же нужно отпустить приманку. Но, блядь, я его не могу поставить никак. А, подожди. А как? Вот тут сейчас горело, не? А, так у меня есть эта хуйня. Так а чё никто не сказал? Ах, блядь, с другой стороны, я её не открывал, поэтому... Сразу два задания. Я худею. Вернуться позже, чтобы проверить, что удалось поймать. Дождаться, когда в конденсаторе соберется вода, и выпить ее. Не обязательно. Поднять. Жирную употребить, жирную полевая мышь. Съесть улов. Блять, вот так коронавирус, блять, и открылся. Меню исследования. Вирус нейтрализован. Блять, и как вот открыл, и как выйти отсюда? Ну. Так, исследование, ну. Так а чё, я по факту-то, ну все открыл уже, ну. Дальше. Двигатели топлива. Хуякс. Его палки ебеням. Я хуидею просто. Порой охота плакать, конечно. Все надо делать, все нужно для задания, но... Ставить некуда. Умираем. Бывает. Жизнь неудача. Исследовать двигатель топлива. Дальше. На.
Сейчас, чтобы его сделать, надо там жопу цыганам продать. Требуется фабрикатор. Конденсатор воды и мембрана. Так, я топливо взял, ну, создать двигатель, блядь. Чтобы его создать, нужно что? Синтетика и хуетика. Короче, вот эти стрелять, сейчас джедайские мегавыходы. Ой. Они бы еще чаще появлялись, было бы вообще прекрасно. Ну. Да где все-то? Сейчас синтетики наберем, а металла нет. Как всегда. Да, синтетики тогда в срачке. Блять, а где металл-то? А, вот металл летит. 5 металла. Еще 5 металлов. 10 металлов. Тут больше точно ничего нет? Так, ну-ка. Нету. Блять, бочки нельзя разобрать. Я не знаю, просто нахватит мне двигатель создать или нет. Ай, блядь, о, тихо-тихо, металл. 15, мне еще надо. Еще разок. Фиф. Понаделал говна всякого. Блин, ну плохо нету, как бы понятно, строительство строительством, но ведь люди, сука, привыкли как-то выживать, делать себе чего-то, а здесь, получается, даже ничего нет. Вот такой мини-пиздришный инвентарь. Ты, как и называют его еще, дешевый. Так, систематическое топливо 5 из 100. Сейчас мы его в жопу вставим вот сюда, не? Куда его вставить? О. Ну и все. Прощай, чики-бамбони, как говорится. Да ебал я твою штуку. Покинуть локацию. Разблокировать скорость. Высота control. Да выше лети. Опездал, выше лети, блядь. Сейчас разъебемся, отвечаю. Мы сейчас врежемся, 100%. Так а чё, shift он поднимает скорость или что? Ля, куда я лечу? Что происходит, ёпта? Меня уносит, меня и уносит меня, летящую свежую даль. Космическая буря, декабрь, январь и февраль. Сейчас он пизды, кстати, лобовуха слетел. Да. Добей все подряд, на-на. Прочности корабля же нету, значит он бессмертный.
Бля, ну вот... А, понятно. Это получается наоборот вниз. Интересно, я прилечу или нет? Сейчас у меня же по на ходу еще топливо кончится. Прям боком летит, мне это не нравится. Хоть мы и направляемся как бы в эту сторону, но... Это что за хрень? Земля ли меня далеко? Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери. Тарин-тарин-тарин, та-та-та-та. Но тоже, тем не менее, но тоже, тем не менее. Во, выравниваемся вроде как, потихоньку. Так. О, неизвестная локация. Какой он молодец. Давай вот здесь и приземлимся. Могу здесь встать? Ты дышь нахуй. Ура, мы долетели. Нихуя себе. Впервые в жизни я что-то сделал в этой жизни. Не, ну, я говорю, мне не хватает именно вот этой живности. То есть, именно, блядь, ну просто выживать. Просто какие-нибудь хуи космические, которых нужно поубивать. То есть, ну, этого не хватает здесь. Просто исследование баз, как бы, ну... Это уже как бы, ну, типа, не модно, я не знаю, что ли. По крайней мере, для меня это, ну, слишком уж как-то. Расширить корабль можно. Это, конечно, игры прикольно, необычно, но, блядь, я не знаю. Как бы, ну, не хватает, понимаете, вот этого именно, вот этого плюсика, вот этого интереса. Строительный инструмент. Ну, давайте вот сейчас создадим и посмотрим просто. Я просто, ну, я смысл здесь засиживаться не буду, потому что, ну, это бессмысленно, блядь. На нахуй. Сейф. Разместить на корабле. Бери все, пригодится в хозяйстве. Топливо. Ну, давайте вот сейчас его унесу и там уже посмотрим, как бы. Посмотрим, как здесь. Расширение вот это само по себе. Грузоподъемность корабля теперь появилась. То есть можно всякую хрень вот это таскать, правильно? Ну, и куда, в какую жопу это ставить? Починка не требуется. Ой, блять, выкини, короче, ее. Заплатка хреново. Так, ну. Маленькая кабина. А, ясно, все, собираешь так же и херачишь, расширяешься. Ну, понятно. В целом понятно. Мне лично не хватает вот этого экшовости и драйва. Просто летать, изучать, собирать ресурсы и строиться. Это честно. Честно, это просто тупо не для меня. Для любителей таких игр, возможно, это будет действительно интересно. Действительно прекрасно, но... По мне это не особо, если честно. Ну, по мне. Вот. Короче, в любом случае, не забывайте ставить лайки, подписываться. Всем спасибо, всем пока.